128 макронов вверх ногами. Во французской Байоне защитники природы принесли на акцию протеста официальное изображение французского президента, взятое из мэрий по всей стране. По их словам, это символ бездействия главы государства в вопросах борьбы с климатическими изменениями. 128 портретов Макрона были без спроса сняты со стен государственных учреждений. Манифестанты принесли их сюда, чтобы осудить политику «семерки». Проходящий неподалеку саммит манифестанты называют лицемерием и имитацией деятельности и не верят, что мировые лидеры всерьез намерены выполнять обещания бороться с изменением климата. Годами нами правят политики, абсолютно не способные понять ситуацию на планете. Планета-то без нас вполне проживет, а вот человечество в опасности из-за собственной тупости. Господин Макрон не выполняет свои собственные обещания насчет климата, хотя давно бы пора. Мы очень злы, потому что все это выходит из-под контроля. У меня в руках пустой портрет, который символизирует отсутствие климатической политики президента. Портреты выносили из учреждений в течение года, при этом более 90 человек были задержаны. Остальным грозит суд, хотя активисты говорят, что не украли, а позаимствовали изображение. Так что многие участники марша несли портреты завернутыми в бумагу, чтобы избежать пристального внимания со стороны полиции.